Это для вас урок. Не нужно баловаться с такой большой силой. Вы видите, к чему это привело? Мы больше не будем. Спасись! Я... Игорь! Я... Теперь ты единственный. Второй раз это пошло не по плану. Спасибо, брат, спасибо. На канале Фореста ты сможешь найти различные видео по Майнкрафту, крутые интересные летсплеи, мини-игры и также крутые гайды по Майнкрафту. Если ты заинтересован, то заходи и подписывайся. Как делишь, кривитишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Игорем и Жекой мы будем продолжать играть в «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята, привет. Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами наберем, тем больше серий «Кто твой папочка» мы будем записывать вот такой командой. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И, ребята, не забывайте писать положительные комментарии, и давайте над каждым нашим видео наберем по 5000 лайков, и тогда мы ссылочку на эту карту оставим в описании, и вы сами со своими друзьями сможете поиграть на ней и все попробовать на себе. Приятного вам просмотра. Ну что, Игорюня, мы полетим в Турцию? Полетим в Турцию? Нет. Я старший, и мы летим в Витебск. Нет, хочу в Турцию! Алло! Я тут команду, понятно? Нет, в Турции, во-первых, давай рассуждать все логически, да? В Турции плохо. Всё, хочу в Турцию, хочу хорошо. В Турцию! Нет! Ты вообще, ты знаешь, что такое Витебск? Все, я буду всех бить, хочу в Турцию! Хочу в Турцию! Я хочу в Витебск! Хочу в Турцию! Хочу в Витебск! А, хочу в Турцию! Хочу в Витебск! Понимаешь, в чем прикол? В Витебске. Что я нашел? Что-то пошло не по плану. Чё за фейл нахрен? Ну все, я тебя ненавижу. Ты мне не брат больше, ты мне не брат. Бьют. Я буду всех убивать. Всех. Мы же стали, помнишь, мы в прошлом стали гангстерами. Теперь я буду всех убивать. Гангстеры. Но ты мне не брат, потому что мы не летим в Витебск. А я хотел лететь в Випеск. А я хотел в Турцию. В Турции не круто, надо лететь в Витебск. Витебск, я никому не сдался, вообще первый раз слышу, что такое Витебск. Я хочу в Турцию. В Белоруссии. А хочу в Турцию. Там тепло. Хочу в Турцию. Хочу в Белоруссию. Дети, успокойтесь. Нужно жить мирно. Игорюня! Ты видишь это, да? Ты же железный человек. Дети! Нужно жить мирно, дружно. Собственно, ладно, ты железный человек, а без костюма ты кто? Я миллиардер, филантроп. Лузер, смотри, костюмы. Давай, давай, вот это тебе. Давай, давай, давай. Офигеть. Игорюня, мы теперь с тобой железные люди. Железные люди? И что я умею? Игорь, смотри, что я умею. Ух ты, ё-моё! Я умею летать! Офигеть! Офигеть! Все эти опыты рубью всех жителей этого аэропорта! Пойдем взорвем площадку, где находятся самолеты. Пойдем, пойдем! Пойдем, пойдем! Мы можем не выходить через дверь, мы можем выйти вот так вот. Ах, сейчас на колен, ты думаешь, ты меня убьешь? На, получи, получи! Дети, успокойтесь! Последнее предупреждение! Кто это сказал? Железный человек! Игорь, зараза! Это мой костюм! Успокойтесь! Дети! Ладно, хотите войны! Жека, у нас есть суперспособности! Теперь мы главные железные человеки! Мы будем остаться! Полетели, все получилось! Полетели, полетели, ура! Перестаньте все громить! Успокойтесь! Засранцы мелкие! Зачем нам эти жертвы? Ну, пожалуйста! Ну, перестаньте! Так, а бензик в костюме кончается! Ха-ха-ха! Лузеры! Успокойтесь! Нет, нет, нет! Так, успокойся! Я еще все в порядке! 60%! 60% игры, прием! Бензик! Или 100%! Успокойтесь! Нападаем вместе на него! Что мы с вами делать? А! Пожалуйста, пощадите!
У меня заряда больше нету. Костюм повреждён. Костюм повреждён. Ха-ха-ха, вернулась сила. Идите сюда. Вставайте. Взрывать. Все, я полетел в аэропорт. Ха-ха. Взрывайте аэропорт. А, где аэропорт? Я с тобой. Давай, он нам не преграда. Преграда, остановитесь. Обманим его. Побежали. Ха-ха. Прошу вас последний раз. Не-не-не. Нет, Джека, куда ты? Куда? Да, что с тобой? Что с тобой? Ну что, дети, это для вас урок. Не нужно баловаться с такой большой силой. Вы видите, к чему это привело? Мы больше не будем. Спасись! Я... Игорь! Я... Теперь ты единственный. Второй раз что-то пошло не по плану. Спасибо, брат, спасибо. Я хотел вас двоих взять мстители, но сейчас только Игорь. Ты убил своего брата. Игорь уже в мстителях. Игорь. Будешь моим помощником? Успокойся, Игорь. Я буду твоим помощником. Смотрите, мне кажется, этот костюм мне немножко великоват. Игорь, что будем делать с твоим братом? Ну, да. Надо его, наверное, понять, простить, да? И дать новый костюм. Только если ты за ним будешь следить. Конечно, посмотри, видишь, какой он безобидный. Ладно, твой костюм поломан, я дам тебе свой. Прими это как подарок. Встань! Здравствуйте. Это мой тебе подарок. Держи. Спасибо. Теперь вы мстители. Спасибо, и ливнул. Украл! Верни! Ну, собственно, железный человек, мы хотели вам сказать большое спасибо за ваши костюмы. Они нам пришли как раз в меру. Невелики? Ах, вы предатели! Я за вами еще вернусь. Вы об этом пожалеете. Ждите мстителей в скором будущем. Халк кушать! Халк крушить! Хватит! В общем-то, всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и не набрать 5000 лайков? Да, ребята, мы будем записывать больше серий. И также не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки на всех будут в описании. Да, ребята, не забывайте писать в комментариях ваши идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Мы читаем все комментарии, на самые интересные мы отвечаем. Всем за просмотр, ребята. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.